Департаментом экономических расследований уничтожены вещдоки уголовных дел по незаконному игровому бизнесу. Изъяты с места преступления рулетки, терминалы, компьютеры были вывезены за город и уничтожены спецтехникой. Отметим, департаментом в прошлом году было возбуждено 18 уголовных дел в отношении незаконного игрового бизнеса. Всего 12 игровых заведений были закрыты. По завершению расследования дела направлены в суд. Организаторы в зависимости от степени вины получили от 6 месяцев до 2,5 лет ограничения свободы.